В 2021 году вся страна готовится к выборам 17, 18, 19 сентября. Кто-то готовится наблюдать, а некоторые попытаются использовать ночь многодневного голосования для вброса бюллетеней с нужными голосами за ту самую партию. Небольшой лайфхак для наблюдателей. С многодневным голосованием к нам в жизнь прочно вошли сейф-пакеты. Системами защиты в виде сигнальной ленты, отрывными талонами и другими элементами защиты. Но, показываю, запечатываем сейф-пакет, отрывные талоны с номером отдаем наблюдателям. Дальше в карман избирательная комиссия должна вложить акт, в котором могут расписаться все наблюдатели и получить его копию. А сейчас мы берем ножичек-бритвочку, делаем надрез в зоне кармана для акта, вкладываем все, что нужно, фиксируем разрез небольшим отрезком клеящей ленты, вкладываем акт. И даже прощупывание нам не показывает, что есть разрез. Что же делать наблюдателям при подсчете голосов, дорогие друзья? Просите, требуйте, настаивать, вынуть акт и вывернуть сейф-пакет. Требовать, настаивать вы, как наблюдатели, можете. Можете сразу говорить, что в Российской Федерации есть Уголовный кодекс, а в нем есть статья 142 «Фальсификация выборов». Дорогие друзья, если комиссия отказывается производить несложное действие, вывернуть пакет, либо вынуть акт, а лучше всего и другое сделать, то сразу зовите полицию, информируйте штаб. Мы не должны допустить вброс в сейф-пакеты.